Тема урока – образование слов с помощью приставки. На нашем уроке мы узнаем, что такое приставка и какую роль она выполняет в слове. Откроем обратный словарь на букву «мягкий знак» и найдем слова, оканчивающиеся на «т» с мягким знаком. Выпишем слова, родственные слову «бежать». «Забежать», «добежать», «пробежать», «убежать», «выбежать». Выделим корень «беж». Зачем этим словам частички перед корнем? Данные частички придают словам разный смысл. Сравните два предложения. Сережа добежал до магазина и Сережа забежал в магазин. Эти предложения сообщают о разных действиях мальчика. А так как слова «добежал» и «забежал» имеют одинаковый корень, именно частичка, стоящая перед корнем, придает этим словам разный смысловой оттенок. От какого слова они образовались? От слова «без таких частичек», от слова «бежать». Часть слова, которая стоит перед корнем, называется приставкой. С помощью приставок образуются новые слова. Приставка «за» плюс «бежать» получается «забежать». Приставка «до» плюс «бежать» получается «добежать». Вернемся к списку слов, родственных слову «бежать». Попытаемся из него выбрать слова, подходящие по смыслу к данным словосочетаниям. Бежать до аптеки, бежать за лекарством, бежать от собаки, бежать мимо дома. Очень важно понять, что словосочетания очень требовательны. Далеко не всякое слово подходит. Причем неподходящим слово делает именно приставка. Чтобы обнаружить, какое слово подходит, а какое нет, нужно каждое примерить к рассматриваемому словосочетанию. Так, в первом случае подходит два слова из списка: «добежать до аптеки» и «пробежать до аптеки». Например, девочке нужно пробежать расстояние от школы до аптеки. В остальных случаях подходит лишь одно слово из данного списка: «забежать за лекарством», «убежать от собаки», «пробежать мимо дома». Приставку нельзя путать с предлогом. Приставка – это часть слова, пишется со словом слитно. Предлог – это отдельное слово, поэтому пишется со словом раздельно. Приставки могут быть у слов разных частей речи: слов названий предметов, слов названий признаков и слов названий действий. Например, подъезд – приставка «под», безрадостный – приставка «без», приехать – приставка «при». Предлоги могут употребляться только со словами, названиями предметов. Они входят в форму слов, называющих предметы. Например, «без зонтика» – предлог «без», «под дождиком» – предлог «под». Как же различить, где приставки, а где предлоги? Между предлогом и словом можно вставить еще одно слово, а между приставкой и оставшейся частью слова нельзя. Например, «добежать до аптеки». «Добежать» нельзя вставить слово, значит «до» – это приставка и пишется слитно со словом. «До аптеки» – вставим слово, «до дежурной аптеки», значит «до» – это предлог, и его надо писать раздельно со словом. Итак, приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Приставка «про» плюс «ест» получается «проезд». Приставки придают однокоренным словам разный смысл. Например, «приезд», «отъезд», «проезд», «переезд». Приставки со словами пишутся слитно.